В 26 селах Кызылординской области, где проживает свыше 7 тысяч человек, отсутствует чистая питьевая вода. В следующем году в регионе планируют реализовать 28 проектов по водоснабжению на сумму свыше 20 миллиардов тенге. 5 населенных пунктов сейчас подключают к групповому водопроводу, в 4 идет установка опреснителей. Еще в 3 – строительство внутрипоселковой системы водоснабжения. В остальных вопрос с питьевой водой снят. 12 населенных пунктов – это зимовки. По поручению главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить 100% доступ населения региона к чистой питьевой воде. Аким Силы обещал решить проблему. Колодцы у нас есть, но вода в них для питья не годится. Грязная и соленая. Нужно специальное оборудование для очистки. В следующем году, сказали, установят. Это 2 села с численностью населения меньше 50 человек. На бурение скважины и установку опреснительного оборудования из местного бюджета выделили в общей сложности 40 миллионов тенге. В настоящее время ведется госзакуп. Все работы планируем завершить до весны следующего года.